Логично. Логично. Садитесь. Наша позиция с физиком Рунге неколебима. Считайте меня своим союзником. Хвост, который упускали за черным мерседесом шведского дипломата, был связан с этим делом? А вы чувствовали за собой хвост? Вы остро ощущаете опасность? Любой болван на моем месте почувствовал бы за собой хвост. А что касается опасности, какая же опасность может угрожать дому? Если бы я был за кордоном... У вас голова не болит? От забот? От давления. Я могу посоветовать. Дыхательная гимнастика йогов. Я не верю в это. А в общем, покажите. Мне как-то показывали, но я не верю этому. Это очень просто. Левую руку кладете на затылок. Одни пальцы. А правая рука вдоль черепа. Вот. Да. И начинаете одновременно массировать. Только глаза закройте. Я закрою глаза, а вы меня шандарахнете по голове, как Холтофа. Если вы мне предложите изменить родину, я это сделаю. Группенфюрер, вы осторожно посмотрели на часы. Они отстают у вас на 7 минут. Я люблю открытые игры. Со своими, во всяком случае. Я всегда жалел, что вы работаете не в моем аппарате. Я бы уж давно сделал вас своим заместителем. Я бы не согласился. Почему? Вы ревнивы. Как любящая преданная жена. Это самая страшная форма ревности, так сказать. Тираническая. Ну что ж, в общем-то... Вы правильно меня поняли. Можно, правда, эту тираническую ревность назвать несколько иначе. Забота о соратниках. Но это, как говорится, вопрос технологии, а не принцип. Зачем надо было приводить меня сюда? Нельзя было поговорить у вас? Тут спокойнее. Кончится так, как хочу я, мы вернемся вместе, и все будут знать, что мы с вами занимались делом в моем ведомстве. И мой шеф будет знать об этом. Чьей ревности вы боитесь, его или моей? А вы как думаете? Мне нравится, что вы идете на пролом. А у меня нет другого выхода. И потом я люблю ясность. Ясность — это одна из форм полного тумана. Знаю я вас, хитреца. Он просил передать, что там никто не отвечает. Ладно. Ну ладно. Как это говорится в Библии? Время собирать камни и время кидать их. А у вас было неважно в школе с грамотой Божьей. В книге пророка Экклезиаста сказано: время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться. Вы так хорошо изучали Библию с вашим подопечным пастором Шлагом? Я люблю перечитывать не только Библию. Для того, чтобы побеждать врага, нужно знать его идеологию. Не так ли? А учиться этому во время боя, обрекать себя на поражение. Вот.
Такая занятная выходит штука. Такая штука любопытная это получается. Вот эти пальчики мы обнаружили на том стакане, который вы наполняли водой, передавая несчастному, глупому, доверчивому Холтову. А вот эти пальчики... нашли... где бы вы думали? А? Мои пальчики можно найти в Голландии, в Мадриде, Токио, Анкаре. А еще где? Я могу вспомнить, только на это уйдет очень много времени. Мы с вами пропустим не только обед, но и ужин. Ничего. Прошу садиться. Я готов поголодать. Кстати, ваши йоги считают голод одним из самых действенных лекарств и предрекают, что мир в будущем будет лечить половину заболеваний. Не сульфидином, а недельной голодовкой. Ну, вспомнили? У нас с вами происходит беспредметный разговор. Если я арестован, и вы меня в этом официально уведомите, я вам буду отвечать как арестованный. Если я не арестован, я на ваш вопрос отвечать не буду. Не буду. Не буду. Пожалуйста, постарайтесь стенографически точно воспроизвести. Желательно по минутам. Что вы делали после телефонного разговора в комнате спецсвязи, куда доступ категорически запрещен всем? После того, когда я вошел в комнату спецсвязи, за халатность и трусость связистов надо отдать под суд. Они оставили ключ в двери и кинулись, как зайцы, в бомбоубежище. После того, как я вошел в комнату спецсвязи, я встретился с Партагеносом Борманом и провел с ним более 2 часов. О чем мы с ним говорили, я, естественно, вам отвечать не стану. Вы могли бы не отвечать, если бы без не... без всякого, если бы не... Не зарывайтесь, Штирлиц! Не зарывайтесь! Я все-таки старше вас и по званию, и по возрасту. Прошу простить, группа. Ну, так-то лучше. Так о чем вы говорили с Борманом? С Партагеносом Борманом. Я смогу ответить на ваш вопрос только в его присутствии. Прошу понять меня правильно. Если бы вы ответили мне без него, возможно, это избавило бы вас от необходимости отвечать на 3-й вопрос. Я готов ответить на ваш 3-й вопрос, если он касается меня лично, но не интересов Райха и Фюрера. Он касается лично вас. Вот эти пальчики... мы обнаружили на чемодане, в котором русская радистка хранила свое хозяйство. И вот на этот вопрос вам будет ответить труднее всего. Почему? На этот вопрос мне как раз не трудно ответить. Чемодан радистки я осматривал в кабинете у Рольфа. Вызовите его. Он подтвердит. Он уже подтвердил это. Ну так в чем же дело? А дело в том, что ваши пальчики были зафиксированы районным отделением гестапо еще до того, как чемодан попал к нам. Ошибка исключена? Исключена. А случайность? Возможно. Только доказательная случайность. Почему среди 20 миллионов чемоданов, находившихся в берлинских домах, именно на том, где русская пианистка хранила свою рацию, обнаружены ваши пальчики? Как это объяснить? Это объяснить действительно очень трудно. Или почти невозможно. Я бы на вашем месте не поверил ни одному моему объяснению.
Я понимаю вас, Группенфюрер. Я вас отлично понимаю. Мне бы очень хотелось получить от вас доказательный ответ, Штирлиц. Даю вам честное слово, я отношусь к вам с симпатией. Я верю вам. Ну ладно. Сейчас сюда придет Рольф, приведет русскую пианистку, и она поможет нам определить, я уверен в этом, где это вы могли наследить на чемодане, где хранилась рация. Русская? Это та, которую я взял в госпитале? У меня абсолютная зрительная память. Если бы я ее встречал раньше, я бы помнил лицо. Нет. Она нам не поможет. Она нам поможет. И еще нам поможет. Вот это. Это была его шифровка, отправленная с Плешнером в Берн. Постарайтесь вспомнить, Штирлиц. Вот это провал. Это крах. И наши ничего не будут знать. Я оказался идиотом. Плейшнер. Или трус, или растяп, или провокатор. Сволочь, мразь, слюнтяй. Мюллер выехал на место убийства Рольфа вместе с самыми лучшими сыщиками. Шеф, да. Нет ничего. Вообще ничего? Ничего нет. Парабеллум. Мюллер захватил с собой на радиоквартиру и двух стариков, Равке и Хилле, которые еще в 20-х годах ловили с ним жуликов и национал-социалистов Гитлера, и наркоманов. Он брал этих людей в самых редких случаях. Он не переводил их в гестапо, поскольку там каждый следователь рассчитывал на помощь экспертов, агентов, диктофонов. А эти старики обходились своей головой и своим опытом. Это похоже на убийство, которое ты раскручивал в Мюнхене. На Эгенштрассе. Да, по-моему, дом 9. 8. Он ухлопал их на четной стороне улицы. Ну и память у тебя. А ты на свою жалуешься? Пью-йод. Я водку. Ты генерал, тебе можно пить водку. Дай спички. А нам откуда деньги брать на водку? Бери взятки. А потом попадешь к твоим костоломам. Нет, уж лучше я буду пить йод. Валяй, валяй.
с радостью. Ты мне откровенно променял свою водку на твой йод. Слишком много работы. Пока да. Скоро ее вовсе не будет. Ну что у тебя, Гюнтер, что? Кое-что есть. Кое-что есть, кое-что есть. Слушай, чем ты волосы красишь? Хной. Они у меня не седые, не черные, пегие какие-то. А Эльза умерла, а молодые предпочитают молодых солдат, а не старых сыщиков. Солдаты на фронте. А инвалиды? Да ну ладно, хватит. Ну, что? Слушай, старуха, что напротив дома, час тому назад видела бабу. Ну-ну-ну. И солдата. Баба была с ребенком. Вероятно, очень спешили. В чем был солдат? Как в чем? В форме. Я понимаю, что он не в трусах. В какой форме? В том-то и дело, что в полевой. Ну, хорошо, в полевой. Ну, 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 ну. А я думал, что вы ваших солдат только в черной форме. Мне наплевать на то, о чем ты думал. Я тебя спрашиваю, в какую машину они сели? В автобус. Как в автобус? Так, 17-й номер. Куда они поехали? Туда, в центр. Шольц, быстро наряды по линии 17-го автобуса. Пианистка и охранник. Что? Я не знаю, как его зовут. Выясните вы, как его зовут! Это раз. Второе. Битнеру, пожалуйста, немедленно поднять досье на него. Откуда он? Кто и где его родные? Короче говоря, весь послужной список сейчас же, быстро, без промедления, мне сюда. Если вы узнаете, что он хоть один раз был там, где бывал Штирлиц, сообщите мне немедленно. Это Мюллер. По всем линиям метро предупредите полицию о женщине с ребенком. Дайте ее описание, скажите, что она воровка и убийца. Пусть берут. Если ошибутся и схватят больше, чем надо, я их извиню. Главное, чтобы не пропустили ту, которую я жду. Детский приют Моцартштрассе 7. Извините, я бы хотел увидеть свою дочь. Сейчас мы не можем выполнить ваши просьбы. Сейчас кормят детей, и все заняты. Но я приехал с фронта. Всего на полдня, и я сегодня же... Я очень сожалею, мой господин, но сейчас все дети... А есть кто-нибудь из администрации? У нас никого не осталось из администрации. Все либо на фронте, либо возле детей. Еще раз, простите, пожалуйста. А когда я смогу увидеть свою дочь? Через полчаса. Зайдите к нам через полчаса, и мы постараемся вам помочь.
Что? Плохо. Только через полчаса. Мы подождем. Подождем, ведь ничего уже не случится, откуда им знать, где мы. Да, но нам лучше поскорее уйти из города. Я знаю, как они умеют искать. Может, вы пойдете? А я потом догоню вас, если у меня получится. Нет, я не пойду никуда, я буду ждать вас. Это на фронте? Что? Вот это. Да. На фронте. А что? Да ничего. Под Витебском. Я воевал там. А где же мать вашего ребенка? Ушла. Как ушла? Да очень просто. Как только узнала, что я лежу в госпитале с тяжелым ранением, потеряла ко мне всякий интерес. Дала ребенка в приют и ушла. С одним офицером из Люфтваффе. Давайте договоримся, где встретиться, и уходите. Я никуда не пойду. Я буду ждать вас здесь. Но потом просто мне некуда идти в этом городе. Да. Мюллер отсутствовал уже второй час. Штилиц чувствовал, что что-то у него не связалось у Мюллера. Что-то случилось. Да, что-то не сложилось. Что-то у них не сложилось. Что-то случилось. В случае, у меня есть тайм-аут. Я должен использовать этот тайм-аут. Так. Я должен объяснить достоверно и точно, где, когда и почему могли на чемодане оказаться мои отпечатки. Во всех подробностях вспомнить тот день. Мне нужно доказать, что у дома Эрвина я оказался случайно. Это было 21-го утром около 8. Я ехал к Эрвину за ответом из центра. У Паризерплац я застрял. Там после бомбежки расчищали улицу. И я там простоял минут 20. Отлично.
дальше. Дальше. Я ехал к Доротея-штрассе. Ехал по Байрота-штрассе, свернул влево, чтобы по прямой выехать на Доротея-штрассе. Но меня не пропустили полицейские, так как переулок был перекрыт пожарными машинами. И из-за этого мне пришлось ехать в объезд. Через Кёпенигштрассе, мимо казарм. Итак, я поехал в объезд через Кёпениг. Там меня тоже остановили. Меня там действительно остановили. Этот парень, который меня не пускал. Надо вспомнить. Надо вспомнить, что-то я про него тогда подумал. Я старался не думать об Эрвине Кэт, и вдруг поймал себя на том, что назвал этого парня про себя туберкулезником. Ну да, он кашлял. Он все время подкашливал. Второго я не совсем запомнил. А этот все время подкашливал. Я это отлично помню. Помог какой-то женщине. Я что-то поднял и подкатил ее коляску, в которой лежали вещи. Ребенка она держала на руках. Представим дело иначе. Ну а если у этой женщины был чемодан? Женщине был чемодан. Я помог женщине подкатить ее коляску и поднес ее чемодан. Предположим, во всяком случае, у меня есть шанс. Я должен его использовать. Вот он. Срочно группенфюреру, скажите, я вспомнил. Попросите его немедленно спуститься ко мне. Я все вспомнил. Хорошо, сейчас довожу штандартный курс. Значит, я там оказался, потому что меня завернула полиция. Я говорил с полицейским. Я помню его лицо, а он должен вспомнить меня. Я предъявил ему удостоверение СД. Он смотрел на меня, когда я катил эту коляску, и я это чувствовал. Следовательно, он подтвердит, что я подкатил коляску. Я скажу, что помог перенести и чемодан. Если он действительно видел, что я перенес коляску, он не сможет уверенно ни подтвердить, ни отрицать чемодан. Что мне и нужно. Случилось что-нибудь невероятное, Битнер? Мы заняли Москву. Группенфюрер, Штирлиц просил вам передать, что он все вспомнил. Да? Когда? Только что. Хорошо. Больше ничего нового? Ничего существенного.
Об этом охранники ничего не собрали? Так, всякая ерунда. Какая именно? Сведения о жене, о детях, родственниках. Это не ерунда. Это совсем даже не ерунда. Дружище Битнер, особенно в таком деле. К жене посылали людей? Жена 2 месяца тому назад ушла от него. Что-что? Он лежал в госпитале после контузии, а она от него ушла. С каким-то торговцем в Мюнхен. С кем? Говорят, с торговцем в Мюнхен. Дети? У него один ребенок, 4 месяца. Она его сдала в приют. Где находится приют? Там нет названия. Приют в Панкове. Моцартштрассе 7. Теперь сведения о его матушке. Вот что, ребята, сейчас может быть большая стрельба, так что... Возьмите свои бульдоги. Кто знает, где находится приют в Панкове? Моцартштрассе 8. Ты опять перепутал. Ты вечно путаешь четные и нечетные цифры. Дом номер 7. Я слушаю вас. Я Хельмут Кальдер. Моя дочь Урсула. Я приходил уже. Мне сказали, чтобы я... Да, я знаю. Но сейчас девочка должна спать. Я сегодня уезжаю на фронт. Мне бы хотелось с ней немного погулять. Она у меня на руках поспит. Боюсь, что доктор не разрешит, мой господин. Но ведь я уезжаю на фронт. Вы не можете лишить меня возможности повидать ребенка. Хорошо, я понимаю, я постараюсь. Подождите, пожалуйста, один момент. Так вы хотите выйти на улицу? Что? Если вы хотите с девочкой погулять, то мы дадим вам коляску. Зачем? Чтобы не держать ее на руках. Нет, нет, спасибо, так лучше. Вам целесообразнее пройти в наш садик. Там тихо, и если начнется налет, вы сможете спуститься в убежище. Я только узнаю, когда автобус, и вернусь в дом. Я сейчас. В дом? В какой дом? Я хотел сказать в сад. В сад, конечно. Вы что, плохо себя чувствуете? Почему? Вы очень бледный. Нет, нет. Ничего. Ничего, все в порядке. Эй, ты! У тебя что, наверное, не все в порядке? Идиот. Подержите ее, пожалуйста. Я пойду на остановку. Как только увижу автобус, я за вами вернусь. Лучше вместе. Давайте лучше вместе. Нет. Нет. Мы обязательно должны добраться до вокзала и сесть в поезд. Здесь легко затеряться среди беженцев, лишь бы попасть в Мюнхен. Там моя мать.
Господи, куда же я? Туда же нельзя. Туда же нельзя. Ну-ка, тихо. Тихо. Почему, собственно, тихо? Никто не кричал. Ясно? Почему, собственно, тихо? Господин, это было не более 10 минут тому назад. Так, так. А где девочка? Где девочка? По-моему, они уехали на машине. Рядом с ними остановилась машина. Так что же, она сама села в машину? Нет. Она сама не могла сесть в машину, а она еще грудная. Я все понял, Шольц, и давно понял. Все. Посмотрите здесь все как следует. Мне надо ехать. Вторая машина сейчас придет. Она уже выехала. А как девочка могла оказаться в машине? А? Я не видела. Вы не видели? Вы видели? Да. Какая была машина? Большая. Грузовая? Нет, легковая, зеленая. Номер, конечно, не помните. Не успела обратить внимание. Тут что-то не так. Посмотрите все вокруг. Тут не так что-то. Сплошные кругом развалины. Развалины надо смотреть. А вообще-то, все настолько глупо и непрофессионально, что работать практически совершенно невозможно. Невозможно понять логику непрофессионалов. А может, он хитрый профессионал? Хитрый профессионал не поехал бы в приют. Хитрый профессионал не проехал бы в приют! Черт подери. Нет, это впрямь дело дохлое. Уже 20-й подвал обходим, все впустую. Ладно, ладно, не ворчи. Слушай, а этого самого... Ты черт. Да осторожней ты. Этого самого СС угрохали из одного пистолета? Или в него стреляли с двух рук? Я звонил к ним в лабораторию. Данные еще не готовы. А говорят, в гестапо делается все за одну минуту. Болтуны. Тише. Тише, тише. 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 Это что?
С летом? Нет. Пыли мало. Если бы это было летом. Если бы это было летом, если бы у нас был доберман Пинчер, если бы у добермана Пинчера была перчатка той женщины, которая ушла от СС, если бы он сразу взял след. А это что? Окурок какой? Старый. Словно каменный. А вы пощупайте, пощупайте. В нашем деле прежде всего пощупать. Слава Богу, что Гюнтер был одинокий. Если бы моей Марии сообщили, что я дохлый, холодный, лежу на полу в морге. Спасибо. Там было два выхода, оба завалены. Чем? Кирпичом. Пыли много? Нет, там, как и здесь, битый камень. Такая же, наверное, пыль. Значит, никаких следов. Какие следы на битых камнях? Посмотрим еще. Я сейчас только закурю. Черт, спички отстрелили. А, спасибо. Он в моей камень стерся. Кусок застрял под колесиком. Никак не могу его оттуда выпустить. Надо опять мастером. Опускался. Во всем Берлине ни одной мастерской. Все спасибо. Мастера на фронте. Спасибо, дружок. Я обязательно. Надо посмотреть все до конца. Потом не мучил совесть. Они же уйдут когда-нибудь оттуда.
что-нибудь случилось? Я чего-то волновался. Правильно делал, я тоже волновался. Я вспомнил. Что вспомнили? Откуда на чемодане русской могли быть мои пальцы? Лена, кстати, я думал, вы нам устроите свидание, так сказать, очную ставку. А сейчас в больнице, ее скоро привезут. А что с ней случилось? Да с ней ничего. Просто для того, чтобы она заговорила, Рольф переусердствовал с ребенком. Ладно, время пока терпит. Почему пока? Время просто терпит. Время пока терпит. Если вас действительно интересует эта катавасия с чемоданом, то я вспомнил. Это стоило мне еще нескольких седых волос, но правда всегда торжествует от моего убеждения. Радостное совпадение наших убеждений. Выкладывайте факты. Для этого вы должны вызвать всех полицейских, стоявших в зоне оцепления на Байретерштрассе. Я там остановился, и мне не позволяли проехать даже после предъявления удостоверения СД. Тогда я поехал в объезд через Кёпенигштрассе, мимо казарм, которые, как вы знаете, позавчера превратили в груду развалин. Вокруг. Там меня тоже остановили, и я очутился в заторе. Я пошел посмотреть, что случилось, и полицейские, один молодой, ну, видимо, серьезно больной парень, скорее всего, туберкулезник, и его напарник, этого я не очень хорошо запомнил, у него лицо было в копоте, не позволяли мне пройти к телефону, позвонить сюда в отдел, потому что я задерживаюсь. Я предъявил удостоверение и пошел звонить. Помню, там стояла женщина с детьми. И я помог вынести из развалин детскую коляску. Потом я перенес какие-то вещи и какие-то чемоданы. Во всяком случае, за последние полгода других чемоданов я не касался. Попросите полицейских из оцепления, которые видели, как я помогал несчастным переносить их вещи, и сопоставьте со всеми своими фактами. Если хоть одно из моих доказательств окажется ложью, то дайте мне пистолет с одним патроном, иного выхода у меня нет. Ничем иным свое алиби я доказать не смогу. Ну а что? Давайте попробуем. Весьма логично. Сначала послушаем наших немцев, потом побеседуем с вашей русской. С нашей русской. Неужели вы и впрямь считаете меня русским резидентом? Послушайте, господин Мюллер. Я в разведке не первый год. Вряд ли бы я, будь я русским резидентом, стал бы возиться с рацией. Это с моим-то опытом работы в СД. Ну, хорошо, хорошо. Не надо меня хватать за язык.
Вас кормили? Может, перекусим? Пора бы. Я попросил им что-нибудь принести сверху. Спасибо. Людей вызвали? Вызвал. Вы плохо выглядите. Хорошо еще, что вообще живу. А что это вы тут хитро намекали? Про пока. Пока есть время. Выкладывайте. Чего уж там? Сразу после очной ставки. Сейчас нет смысла. Если мою правоту не подтвердят, нет смысла говорить о пока. В тюрьме, да еще в подвале. Я бы согласился поспать денек-другой. Туда бомбежек не слышно. Поспите еще. Спасибо. Не, серьезно. Мне нравится, как вы держитесь. Я тут беседовал с несколькими своими. Раскисали. Выпить хотите? Нет, спасибо. Что, вообще не пьете? Боюсь, что вам известен мой любимый коньяк. Не считайте себя фигурой, равной Черчиллю. Только о нем я знаю, что он любит русский коньяк больше всех остальных. Не хотите, как хотите. А я выпью. Я себя чувствую действительно не лучшим образом. Хайль Гитлер! Вы не знаете никого из этих трех людей? Нет. Вы никогда не встречались ни с кем из этих людей? Нет, кажется, ни разу не встречался. Может быть, вы встречались мельком во время бомбежек, когда стояли в оцеплении разрушенных домов? В форме-то многие приезжали. В форме-то. Посмотреть на развалины. Нет. Точно припомнить не смогу. Ну, спасибо. Хай! Так они могут опознать только рейхсфюрера. Ваша форма их сбивает. Какая форма? Ваша генеральская форма. Ничего не собьешь. Что мне, голым, что ли, сидеть здесь? Ну, тогда напомните им конкретно место хотя бы. Иначе им очень трудно вспомнить. Они стоят на улицах по 10 часов в день. И все люди, кажется, на одно лицо. Ладно. Помогите им, Айсман. А этого хотя бы помните? Нет, я его не видел. Я вспомню тех, кого я видел. Для следственного эксперимента опознания сейчас нельзя было приглашать других сотрудников гестапо, чтобы не бросать тень подозрения на Штирлица. Поэтому Мюллер поручил провести очные ставки, или точнее опознание тем трем людям, которые были в курсе происходящего, Штирлицу, Айсману, Битнеру. И таким образом он сам оказался в такой необычной для себя роли. Второй полицейский, стоявший в оцеплении у казарм, тоже никого не опознал. Только седьмым по счету вошел тот болезненный молодой шуцман, видимо, туберкулезник. Хай Гитлер, вы кого-нибудь знаете из этих людей?
Вы стояли в оцеплении на Кёпенингстрассе? Да. Да-да, вот этот господин показал мне свой пропуск. Я пропустил пожарище. Он попросил вас пропустить? Нет. Он просто показал свой пропуск. Он в машине ехал, а я никого не пускал. И он прошел. А что? Если он не имел права, я знаю приказ пропускать всюду людей из СД и гестапо. Нет, нет. Он имел право. Вы не думаете, он не враг. Мы работаем все вместе. Он что, искал роженицу на пожарище? Нет, ту роженицу везли еще ночью. Он ехал утром. Угу. Значит, он искал вещи этой несчастной женщины. Вы помогали ему? Нет. Он там, я помню, отнес коляску какой-то женщине. Детскую коляску. Угу. Нет, я не помогал, я был рядом. Она стояла рядом с чемоданами? Что, коляска? Нет. Женщина. Вот это я не помню. По-моему, там лежали какие-то чемоданы. Но про чемоданы я точно не помню. Я запомнил коляску, потому что из нее выпали какие-то вещи, и этот господин собрал их и перенес к противоположному тротуару. Угу. Зачем? А там было безопаснее. И пожарные стояли на нашей стороне. А пожарные шланги. Они могли погубить эту коляску. Тогда ребенку негде было бы спать. А так женщина устроила потом эту коляску в бомбоубежище, и он там спал. Я видел. Ну, спасибо. Вы нам очень помогли. Вы свободны. Входите. Входите. Всех освободить. Там есть еще пожилой, он тоже может подтвердить. Ладно, хватит. А почему не пригласили тех, кто был в первом оцеплении, когда меня завернули? Потому что все разъяснилось. Битнер, вам все точно подтвердили? Да, группенфюрер. Показания Хельвига, который в тот день распределял наряды и контактировался со службой уличного движения, уже доставлены. Все свободны. Штирлиц. А вас я попрошу остаться еще на одну минуту. Секундах свысока наступит время, сам поймешь, наверное, свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение спрессованы в года, мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие.
Из крохотных мгновений соткан дождь. Течет с небес вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время сноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение.